Катрины создатели. Будете пить свою чашу обмана полную и вранья. Поймете себя через боль вашу, совершенство внутри храня. Плотный план — школа жизни, путь проб и ошибок. Трудно понять, как жить, но понять надо с одной попытки. Вас будут продавать друзья, верили которым по жизни. Постижение истины — это стезя, как основа уже вечной жизни. Жизнь для вас — это качели, то высоко вверх, то глубоко вниз. Люди получают, что захотели, за неверие это ваш приз. Нужно верить, что вы частицы, пусть другие не хотят видеть. Вера помогает определиться, чтобы жить, надо верить. На поверхности только часть. Часть называется следствием. Что происходит внутри, не понять. Внутри причина, как бедствие. Человек очень прост снаружи, но внутри глубина Бога. Внутри он с совестью дружен, лучшая сторона итога. Человек — это Бога часть. В этом смысл проявления. От небес это лучшая весть, подтверждает человек явление. Плотный план формирует мудрость или выбор между правдой и ложью. В любви не бывает злость, любовь открывает возможности. Нужно бороться с самим собой. Самое простое — рвать отношения. Человек должен стать мной. Но это собственное решение. Люди равны перед Богом. Реакция. Реакция на любовь двух начал. Поверьте, человек — это не акция, а сам для себя причал. Если внутри вас Создатель, и вы поняли, что это правда, не падайте до наблюдателя, ибо в вас великое завтра. Не только свое, но и мира. Вы есть часть мира и Бога. Судьба ваша это за вас решила. Вы должны вернуться к истокам. Трудный выбор для человека. Слишком много вокруг насилия. Исторический выбор уже на века. Материя остановить бессильна. Вам предлагают благо вместо правды. Но благо без последствий. Жизнь короткую и без завтра. Благами пользуются наследники. Подаренная властью уйдет в песок. Не успеете. Жизнь коротка. Не поможет и валютный сок. Жизнь потеряна за просто так. Все хорошо, но в меру. Жизнь без Бога — никчемность. Никчемность бродит по миру, судьба не составляет отчетность. Люди общаются на поверхности, нет в людях внутреннего единения, не прививается веками верность, только словесное бдение. Теперь не важно, какая страна, Создатель выбирает личности, отбора в Боге началась страда. Отбираются люди для бесконечности. Аминь. Отец Абсолют. 8 апреля 2019 года. Катрен. Трудный выбор для человека.